Глава МИД КНР Ван И обсудил двустороннее сотрудничество со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом на встрече в Анкаре. Китайский дипломат заявил о готовности укреплять взаимодействие в ООН, Большой Двадцатке и Шанхайской организации сотрудничества. Это станет вкладом в поддержку многосторонних подходов в международных делах и обеспечение стабильности глобальных производственных цепочек. Глава турецкого МИДа, в свою очередь, отметил стратегическое значение инициатив по глобальному развитию и безопасности, которые выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин. Он подтвердил готовность Анкары использовать межправительственный комитет по двустороннему сотрудничеству для раскрытия потенциала инициативы «Один пояс, один путь», а также вести совместную деятельность в торгово-экономической, энергетической, авиационной, туристической и других сферах.